Давайте начнем знакомиться с командами терминала. Первая команда, которую мы изучим, поможет нам понять, где мы сейчас находимся. То есть напечатать текущую директорию. По-английски это print working directory, а команда состоит всего из трех букв pwd. Стоит отметить, что в терминале папки обычно называют директориями, хотя по смыслу это одно и то же, поэтому иногда будут называть их директориями, а иногда папками. Вторая команда, которую мы изучим, поможет понять нам, что находится в текущей директории. Это сокращение от слова list directory content. Команда выглядит всего из двух букв L и S. Давайте начнем вводить их в терминал. Итак, чтобы ввести команду, мы просто набираем ее на клавиатуре и нажимаем Enter. Стоит отметить, что важно набирать команду с маленьких букв. Чтобы ввести команду в терминал, надо набрать ее с клавиатуры, а чтобы она выполнилась, нажать Enter. Мы видим, что терминал сообщает нам, что мы сейчас находимся в директории /home/b. Чтобы посмотреть содержимое этой территории, введем команду ls и Enter. Мы видим несколько папок и файлов. Папки у меня отображаются синим цветом, а файлы белым. Однако ваш терминал может быть настроен немного по-другому, и цвета могут отличаться. Важно отметить, что все команды надо вводить с маленьких букв, потому что терминал различает большие и маленькие буквы. Давайте убедимся, что он все сделал правильно. Для этого откроем просмотрщик. Мы видим, что в нашей домашней директории действительно находятся те самые папки и файлы. А сама директория находится в папке Home, в папке B. Прежде чем мы изучим еще несколько команд, попробуйте эти две простые команды на своем компьютере.